Мы находимся в селе Орловка, возле храма святителя Чудотворца Николая, замечательного храма. Построен был в 1835 году местным помещиком Александром Алексеевичем Писаревым. Уникальный грот колодец. Появился он неизвестно когда, но существует такая легенда, что во время Куликовской битвы молния ударила вот подножие этого холма, образовалась щель и оттуда забил родник. Вообще исторически это вот грот колодец, как видите, была сделана такая полусфера, выложены кирпичом, и вода поступает именно снизу. Вот это вот как бы колодезная часть его. Вот на заднем плане мы видим с вами икону. Икону Николая Чудотворца. Так она и была, историческая. Причем висит она тоже на историческом крючке, это не современный крючок. Тот так и был. Ну, постепенно его оборудовали. Ну, естественно, так как это связано с Куликовской битвой, мы видим здесь барельефные иконы Дмитрия Донского, спасителя, и, естественно, нашей местной святой Матроны Московской. Вот это вот такие вот моменты. Ну и нужно сказать, что его часто называют прощенный колодец, потому что по преданию и местные жители всегда говорят, что именно здесь князь Дмитрий Донской омывал раны своих товарищей и прощался с теми, кто во время Куликовской битвы, во время сражения с Мамаем погиб. Это вот такие вот исторические, такие легендарные. Место, конечно, очень интересное, привлекательное. Вот если мы подойдем, мы увидим, что поток воды очень мощный. В три трубы диаметром 100 миллиметров, вот она поступает. И питает она, внизу находятся пруды. Пруды принадлежали помещикам Писаревым, тоже они называют, так и колодец, тоже барский. Писаревы владели конезаводом, и вот там огромная луговая такая ширина правобережья Дона, где паслись эти лошади. А самый привлекательный, так называемый, есть пруди. Там деревья посажены кругом, и вокруг они окапаны рвом и валом, обнесены валом. Рассказывают, что лошади, когда паслись, когда жаркая погода, они открывались там в тени. Ну и очень интересный момент, что пруды эти очень красивые. Естественно, сейчас они уже подзаросли, а было время, когда сами Писарева и гости предпочитали прогуляться на лодках по этим прудам. Рассказывают, что в центре, на острове, который существует до сих пор, стояла беседка, где гости и сами хозяева, главным образом, конечно, молодые люди, любили веселиться, играть, рассказывать разные истории и так далее.